Привет всем! В этом видео расскажу вам, как сшивать видео с субтитрами. Это называется HardSub и применяется оно в основном для аниме, но приобрел популярность и среди любителей иностранных сериалов. Но согласитесь, субтитры выходят гораздо быстрее, чем озвучка, но да и смотреть с ними приятнее. Вообще сшивать видео с субтитрами совсем не обязательно, так как можно просто их вот так вот перетащить мышкой во время просмотра. Но так можно делать не на всех плеерах, ну или хотите загрузить видео себе на телефон. Для этого и существует способ вшивания субтитров в видео. Итак, начнем. Под этим видео есть ссылка на скачку программы. Она называется VirtualDub. Для нее нужно расширение TextSub. Оно уже есть в этой ссылке. Итак, после того, как вы скачали эту программу, открываем архив. Запустить программу можно двумя способами, в принципе, вот так вот. Вот. Ну или по-другому вот так вот. Это без разницы. Итак, теперь сразу советую вынести вам видео и нужные субтитры на рабочий стол, так будет легче их искать. Обратите внимание, что эта программа не читает файлы с расширением видеофайла Матроска, медиафайл Матроска, то есть МКВ. Она просто их, видите, просто не читает. Открываем наше видео. Можно просто перенести мышкой. Так, теперь заходим в видео. Видеофильтры. Нажимаем «Добавить». Из списка выбираем «Текст Саб». О, да, оно. Теперь выбираем наши субтитры к этому видео. Вот они. Открываем и нажимаем ОК. Дальше заходим опять же в видео. Выбираем режим полной обработки. Здесь же нажимаем компрессия. Выбираем, для меня лично это XvidMKS, вот этот вот кодек. Это делается для того, чтобы файл при сохранении не был очень большим. Теперь просто сохраняем видео в формате AVI. Даем ему какое-нибудь любое название. Допустим, сохраняем. В зависимости от длительности видео, обработка будет, ну, чем больше видео, тем дольше будет идти обработка. После завершения обработки открываем наше видео, проверяем результат. Спасибо за внимание.